Фиби. Пожалуйста, Коул, не сейчас. Я беспокоюсь. Коул, не стоит. Не стоит, в чем дело? Я беременна. Что? Поговорим потом. Я стану отцом. Я люблю тебя. Ты за это прости.
Я наяву вижу то, что многим даже не снилось, не являлось под кайфом, не стучалось в стекло. Мое сердце остановилось, отдышалось немного и снова пошло.